Друзья и ученики, физкульт привет! Это рубрика «Вопрос-ответ». В прошлом ролике я вам рассказал, как набирать сухую мышечную массу. Как сделать так, чтобы питательные вещества нашим организмом направлялись именно в мышечные клетки, а жировые клетки оставались голодными и усыхали. Да, не забывайте, что появившиеся жировые клетки в нашем организме уже никуда не исчезают, а только усыхают. Именно поэтому крайне важно не перекармливать детей в раннем возрасте. Если вы не знали, то сейчас узнаете. В детском и подростковом возрасте мы набираем жир за счет того, что увеличивается количество жировых клеток. А уже в зрелом возрасте клетки жировые не увеличиваются количеством, а только разрастаются. Поэтому, друзья, не перекармливайте ваших детей. Следите за тем, чтобы бабушки не перекармливали ваших детей. Вы создадите им такую огромную проблему в будущем, с которой им потом придется жить. А это не есть хорошо. Ни с точки зрения эстетики, ни с точки зрения здоровья. О чем же поговорим сегодня? А сегодня вопрос, который мне часто задают люди, парни и девчонки, он связан с коленным суставом. Как восстановить коленный сустав после той или иной травмы? Что делать, что не делать? Итак, что нужно знать о коленном суставе в первую очередь? Наш коленный сустав работает и привык работать, когда есть опора на стопу. Если у вас есть тренажеры, а какие это могут быть тренажеры? Разгибание ног сидя, сгибание ног сидя, сгибание ног лежа, подобные тренажеры, где есть нагрузка на ноги, но стопа не стоит на опоре или на полу, ни в коем случае нельзя делать такие упражнения. Кстати, если вы не выступающий спортсмен, не пытаетесь сделать какой-то серьезный рекорд в бодибилдинге, в пауэрлифтинге, вам в принципе эти упражнения не нужны. А обычно это упражнения изолированные. Так вот таки, друзья, это еще один плюс делать базу, а не делать изоляцию. И если вы находитесь в состоянии реабилитации, перво-наперво нужно ознакомиться с ЛФК, лечебная физическая культура. Когда вы будете с помощью грамотных упражнений и грамотно подобранного питания и добавок, неважно, спортивных или не очень, подготавливать себя, восстанавливать себя к тренировкам, а может быть просто к обычной жизнедеятельности. Можно и нужно работать в статодинамике. Приседать с собственным весом, без использования дополнительного отягощения. Со временем начать приседать с пустым грифом, потом потихонечку добавлять веса. Но почему статодинамика, а не статика, как многие думают? Все очень просто. Статика будет перегружать сустав. И когда вы статически удерживаете любую позицию, очень сильно возрастает давление. Настолько сильно, что вы представить себе не можете. А это тоже нехорошо для здоровья. Поэтому, друзья, работаем по Силуянову. 30 секунд, 40 секунд работаем, 30-40 секунд отдыхаем. В медленном темпе, не перегружая себя, не перегружая суставы. Но мышцы будут работать, будут привлекать к себе кровь. С кровью будут приходить питательные вещества, и естественно они будут приходить и в травмированный сустав. Также не забывайте, что для ЛФК и для восстановления в принципе любого сустава очень хорошо подходят резиновые спандеры. Не зря ими работают для восстановления спортсмены после серьезных травм. Тоже обратите на это особое внимание. Ну и, конечно же, чем качественнее вы будете питаться в этот период, чем больше питательных веществ с кровью будет приходить в травмированный сустав, тем будет быстрее ваше выздоровление. И, в принципе, даже если у вас нет никаких травм, вы только себе сделаете лучше. Не забывайте, что любой ткани нашего организма нужны питательные вещества. А питательные вещества приходят вместе с кровью. А лучше всего кровь к месту
вызывают работающие мышцы. Также не забывайте, что гормоны, которые также необходимы для хорошего восстановления, для реабилитации, тоже идут только в рабочие мышцы, в мышцы, которые работают. Поэтому, друзья, движение, движение и движение. Когда я учился в университете на факультете физической культуры и спорта, мы 3 года проходили ЛФК, и нам говорили, чем раньше вы начнете разрабатывать травму, тем быстрее и лучше она восстановится. Друзья, пишите ваши вопросы в комментариях, я на все обязательно отвечаю. Либо здесь, либо в моей группе ВКонтакте. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.